My sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agents and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. Diana, she Итак, always talks всем about привет, с вами Игорь, и сегодня мы начинаем проходить Hitman Absolution, который вышел недавно. Давайте убавим немного громкость, громкость музыки. В первую очередь на ноль. Громкость голосов. Пускай будет так вот. Так, геймпад работает. Текст русский, все как надо. Давайте начнем новую игру. Сам игру я не играл, только что-то побегал. Давайте на средний. Уровень сложности на профи я не потяну, это однозначно. Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. Quits end in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir,
Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Итак, начинается игра, собственно, пролог, персональный контакт. Так, неплохо бы было включить субтитры, если они тут есть. Подсказки, клавиатура, мышь, дисплей, звук, сложность, субтитры. Окей. Так, включены, да? Отлично. Пора ознакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу, так, отображает ваше здоровье. Рядом находится радар, почти как в Assassin's Creed, да? Радар и жизни. Ага. Так. Проникнуть на эту территорию усадьбы. Ну, давайте попробуем. Машину нельзя залезть. Использовать ее никаким образом нельзя. Но по заставке, как мы видели, Хитман, то есть агент 47-й, он убил этого чувака. Как переодеться в его одежду? ХЗ. Открыть вроде нельзя. Так, ну ладно. Графика у меня стоит на ультра, картинка в Хитмане 720p, то есть на разрешении 1280 на 720 выдает неплохую картинку. Вот, даже не верится, что спустя 6 лет мы дождались Хитмана 5 по счету. Открыть ноутбук, перечитать же задание. На территорию усадьбы мы можем попасть только через сад. Так, что и попробуем сделать. Чтобы красться, нажмите стик. Крадусь я правым стиком на геймпаде, потому что на геймпаде в такие игры, еще раз говорю, легче играть. Так, у Хитмана аж лысина отсвечивается, чтобы показать важные объекты. Ага, что это такое у нас? Интересно. Гаечный ключ. Им можно грохнуть. А, нет, и... им можно метать. Но, блин, надо было так сделать, чтобы он спиной стоял. Теперь мы видим, какую ошибку я совершил. Так. Блин, а? Как-то страхово мне идти к нему. Потому что сейчас бац и развернется. И пойдет. Так. Вот это уже плохо. Плохо, очень плохо. Я хотел вообще-то стелсом убить. Ну ладно.
Так, избавиться от тела, можем контейнеры ложить, как в старые добрые времена прошлых частей. Кстати, по поводу прошлых частей, я играл почти во все части, кроме первой. Ну, вообще-то первую я тоже играл, но не особо она мне как-то понравилась, что ли, я ее не проходил. А вот вторую, третью, четвертую я с удовольствием прошел. На третью часть вроде как я прошел на высоком, а остальные две на, то есть вторую, четвертую на среднем уровне сложности. И мне достаточно игры показались очень хороши. Так, задушить. Вот. Хотя вот говорят игроки на форумах, что игра отвратительна. Не в плане оптимизации, а вообще не ждали более лучшего Хитмана. А в итоге оказался, ну, не такой хороший Хитман, не такой Хитман, которого ждали. Так, тут есть один чувак, есть второй чувак, который сейчас ушел. Давайте сейчас попробуем этого отрубить. Хоп. Старая добрая удавка. Только не хватает монет. Так. Избавиться от тела. С оптимизацией в этой игре все нормально. Идет, не лагает на ультра. Так. Так, так, так. Там где-то охранник у нас ходил. Тут можно спрятаться, нифига себе. Так. Ну, ждем охранника, пока он сюда подойдет. Вроде как должен с минуты на минуту подойти. Так, ну чё, он идёт или нет? Или он спит там? Ладно, если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Так. Он стоит, втыкает. Немного перепутался с управлением. Так, сейчас бросим как раз в этот контейнер, если можно. Стоп, где? Где? Избавиться от тела, да. А, дабы не посек никто. Хотя нас и так уже рассекретили, мне кажется. И... 100-процентный стелс в этом здании у меня не будет. Поскольку в Blood Money была такая офигенная статистика, когда ты проходишь игру, то есть миссию, то тебе говорили, ну, писали о тебе в газетах. Ну, там какой-то маньяк-убийца вообще, стелсом всех убил. Вот. Ну, что-то вроде духа этого. Просто игру давно играл, немного подзабыл. Так, кто там меня палит, а? Так. Вот наподобие этого Batman Arkham Asylum. Silly City. Так, видите, там чувак один и ходит. Так, 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 так. Куда можно пойти? Куда сунуться бы мне? Куда? Блин, их тут дофига. Однако. Кирпич. Всю игру будем кидать кирпичи. Так, не понял. Как кинуть? А, все. Вон.
что-то такое было. Какая-то вспышка такая непонятная. Так, ладно. Ладно, ладно. Можно кружку взять, кружкой кинуть кого-нибудь. А, видите, а, все, понял, что за вспышка. Это они тебя, типа, обращают внимание на предметы, которые тут падают. Ну, которые мы бросаем. Все ясно. Так, меня не заметили, я думаю. Так, ладно. Ладно, ладно. Как тут проскочить нам? Книга. Distraction, steady aim or fiber wire. The choice is yours. Excellent. Ну, давай, иди. Ага, на радаре показываются желтые цели, которые среагировали на предметы, которые мы кидаем. Блин, 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 блин. Голову не, не высовывай. Так, тут два чувака. Там вход. Поблизости, конечно, ничего из предметов нету. Хоть бери и горшком кидайся. Так, ну эти два чувака вроде как уходят. Кстати, можно перепрыгнуть. Так, главное, чтобы они друг к другу не стояли. Окей, все. Открыть дверь. Слава богу, хоть взламывать не пришлось. В нож. А куда он идет? Ага, вот видите, огонь показывает. Ясно. Это хорошо, что огонь показывает, куда они идут. Я думаю, на более лучшем уровне сложности такого попросту не будет. Так, можно было атаковать и, собственно, толкнуть можно было его. Избавиться от тела. У меня вообще как-то все по-другому. Ладно. Так, оружие осталось вместе с кровью. Я думаю, тут враги не тупые, они замечают кровь вместе с оружием. А ваше оружие потревожит врагов. Ага, ну лучше использовать пистолеты, которые с глушителем. Так, отлично, ладно. Там можно, в принципе, толкнуть. Вроде как тут никого нема пока месть. Бай-бай. Она напоминает мне миссию из Blood Money. Там тоже наподобие такой локации было. Зона. А, миссия. Так, тут какой-то журнал. Что-то непонятно, что он вроде как светился. Его можно было взять. Теперь нельзя, что ли? Или его нельзя было брать? А тут еще такой... А, он просто отсвечивает. Так, нифига себе. Я думал, он реально, типа... Так, маскировка. Я так понял, мы сейчас переоденемся. Оп. Так, отлично. Теперь мы можем пройти, только так, так встаем. И, в принципе, идем без запара. Чтобы слиться с окружением, нажмите РБ. Ага, он просто это голову прячет, вы заметили, когда он проходил. Вот. Почему тут так сделали, я не знаю, конечно. А, дабы не поднять тревогу, типа никаких... этих самых
А, видите, они замечают, да. Чтоб они не подумали ничего. Инстинкт исчерпан. Блин. А, видите, все, желтая полоса накончилась. Повернуть вентиль. Так, ну. Что вы на это скажете, ребят? Так, двое зашли. Видимо, надо туда. А, нелегальное проникновение. Чё-то, что ж мне тогда делать? Ба. Да, без ранения не обошлось. Так, все, бросаем сюда, избавиться от тела. Так, один есть. Где второй? Второй. Не знаю, зачем я это делаю, вроде как никто тут ходить не будет. Ну ладно. Это так вот он на всякий пожарный. Так, а как тут спрятать оружие? Не знаю даже. Ладно, фиг с этим. Что тут еще у нас есть? Достаточно крепкий, широкий. Ага. Теперь пошел принц Персий. Ну и что дальше? Спуститься. Да, первая миссия уже радует с первых минут. Ну, давай. Чё ты базаришь? Повернись мне спиной. Так, вылезть в окно. Было бы неплохо. Отлично. Зачем стелс, если мы можем тупо вот так вот прибивать врагов? Не, ну это на начальной стадии, в принципе, это на начальной стадии, так кажется. Легко. Потом так я не смогу. Так, хамелеон. Активировать контрольную точку. Видите, тут можно, как бы нужно контрольной точке именно подходить и активировать самому. Так, мы проникли в усадьбу. Открывается, удалено. Так, надо, видимо, что поклацать. Отключить сигнализацию. Beyond this door, the rating system will be turned on. It will monitor your playstyle and reward your progress. You can see it in the top left corner, as always. How you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. Блин, везде палят на меня. Так, это кухня. Усадьба, первый этаж. Нам надо на второй. Так, ну,
Явно с ними не надо связываться, потому что сейчас врагов она бежит. Ага. А что если его толкнуть? Привет. Так, давайте его сюда, в комнату. На туалет посадить его можно или нет? А, нельзя. Избавиться от тела. А, он только тупо перелетает. Ну, ладно, в принципе, пускай будет так, хотя он может и поплавать. А маскировка чем отличается? Ничем. Та же форма. Ладно. Ладно, короче, пускай лежит тут. Все равно сюда никто не войдет. Не знаю, зачем я ставни открыл. Не знаю. Ладно. Так, а если пришел. Так, тут. Ага, смотрите, да. Тут есть цель, которая сейчас идет сюда. Эй, don't forget the HQ barbecue on Sunday. На. Короче, сворачиваем шею ему. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как это плохо. Так, что там идут? Идут. Да, стелсом у меня не получается. Точнее, ну как-то получается, но сильно уж плохо получается у меня. Так, где он? Где еще один? Все чисто, ага. Так. Чё тут? Ключ-карта. А где? Это походу у этого чувака. Тащить ключ-карта вот. Нужно было просто взять ключ-карту или задушить его. Без всяких там шумов. И тогда бы более-менее какой-то у меня стелс бы был. Я просто прошел это место и все. Wait.
47? Report, 47. I should kill you. Why did you do this? 47! Captain, what's wrong with this thing? We all have our limits. Even you, 47. We used to have honor. Diana, I... No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn into you. Promise me. I promise. Так, ну Диану мы убили. Так, теперь надо бежать отсюда. Там много охраны. Так. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expend instinct rapidly. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Shot locked. Aim for the head or keep pulling the trigger to inflict fatal damage. Fatal damage. Focus on the next enemy. Make sure to deal fatal damage to all four enemies. Ух ты, наподобие этого Splinter Cell. Блин, ну графон вообще, она просто. Так. Взламывает. Замок он сам. You know who I am. I know. She's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? Get in. It's done. Excellent work, 47. Bring the girl to the extraction point. Why did the agency want you? I don't know. I guess I might have... Diana did this for you. Why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Tell me about the doctors. It's really blurry. Like, really bad dream. Why? We need to go. Sir, there's nobody here. I think the asset has gone AWOL. God damn it! I was afraid it couldn't do it. I want every agent on this, you hear me, Jane? Okay, 47 before he slips between the cracks. Так, ну вот, первую миссию мы выполнили.
разблокировано обращение с оружием. Ветеран, полный счет за уровень. Бонус бесшумный убийца, как всегда пишется, но без газеты, как это было в Blood Money. Ну, на этом все, мои дорогие друзья. Спасибо за просмотры. Всем удачного дня. Пока-пока-пока.